Нет, все эти горы Адунские горы, ребята, это наши таможенники сейчас, иногда проверяют там в багаже, что есть, иногда нет. Наши таможенники лентяи, думаю, не будут, особенно сегодня праздник. Отпуск. Да. Вот король в середине напротив, ребята, направо его сын, а налево его отец, король Хусейн. У короля Хусейна 4 жен было, ребята. Поэтому у нашего короля голубые глаза, но глаза у него мать англичанка, вторая жена. Я вам сказал, лентяй, я знаю. У нас проверяют, как добраться. Проверяют, когда на машине спрашивают с окна. Да, водка есть, но знаете, бутылочку можно с собой убрать. Скажешь, есть, но хватает, что немного. Это иди. Да, иногда бывает, беру с собой в столицу, там дорого, знаете, на два раза дороже, чем в Акабе. Поэтому с собой берем, но как подарки там наши, потому что там дорого. Один раз 15 бутылок я с собой брал. Да. А сказали одна? Я вообще старался не говорить. Да. А он спрашивает, говорю, вот все видно, то, что есть. Я ничего не сказал. Да. Это везде так есть. Зачем мне платить взятки, деньги? Взятки, взятки? Со мной не случилось, не знаю. Но, ребята, народ, это везде. Взятки, они... Везде. Но у нас главное, что полиция не берет. А таможенники, не знаю, со мной не случилось. Бывают случаи. Это везде. Люди есть, люди. Но дорожники не берут. Почему, ребята? Не то, что они хотят. Их меняют. Не остаются вместе. 2-3 человека вместе, они каждую неделю меняются между собой. Так что боятся. Не то, что они хотят. Это так государство делает. Да. Чтобы не остались вместе все время, чтобы не привыкли друг на друга, чтобы не взяли взятки, ребята. Да. Полиция не берет, потому что зарплата хорошая? Нет. Зарплата, ребята, в армии у нас не очень хорошая, но у нас престижно служить в полиции и в армии. Престижно почему? В армии и полиция, имею в виду, вообще, в армии дадут кредит, купить, строить дом без налогов раз в жизни. Дадут и кредит, купить машину раз в жизни без налогов. Медицинская страховка для семьи на всю жизнь. И еще самое главное, ребята, дети на высшее образование учатся насчет армии. Это у нас играет большую роль, друзья. Да. Тут я вам сказал, что пустыни, правда, ребята, если смотрим внимательно, то это не песок, это земля, но просто воды нет. А когда вода есть подземная, особенно, то выращивают, как напротив зелень, это выращивает помидоры здесь, и дальше то же самое. Так что это не совсем пустыня, но просто воды нет. Осадка всего лишь 15 миллиметров здесь. А в Питере 100-150 миллиметров в год. А хорошие земли, осадка у нас бывает 400-500. Снег бывает на севере Запада Иордании, на юго-западе Иордании, не здесь. Вообще. Здесь сейчас помидоры выращивают, поэтому помидоры продаются на улицах.
Каждый 5-6 килограммов за $2 можно купить сейчас. Чем живут? Бедуины. Хочешь знать? Интересно. Контрабандиты. Твои люди? Да. Бедуины. Бедных не бывает, ребят. Вы видели часы? Тарелки, машины. Но все равно палатка рядом есть. Дом и палатка. Это палатка, это дача, где отдыхают наши бедуины. Да. Это бедуинский поселок, ребят. Но тут уже дома. Они что, не кочуют? Нет, не кочуют. Мало которые кочуют, но все равно у них козы, бараны, овцы есть. Продают, делают молоко, масло, творог всякие продают, купят то, что надо, когда сезон. А в чем отличаются наши овцы от ваших или наших козы, ребята? Не видели? Они у нас по свету есть белые, черные, черно-белые. Белые дают молоко, черные дают кофе. А черно-белые – капучино. Выявили, что Иисус Христос прошел Иордан и реку Иордан в сторону Востока. Так что они, если показывают то, что напротив у нас, или сама река, а где крестился, между прочим, река Иордан меняет течение, ребята. Сейчас и где крестился, где есть церковь Святого века, именно Иоанна Крестителя, там не течет сейчас вода. Ущелье есть, но место, где крестился, оно у нас. Он прошел Иорданию. Если будете читать в Библии, написано, что Иисус прошел Иорданию в сторону Востока. Так что это точно у нас, но то, что показывает оно, вот в округе, где это у них берег, река Иордан всего лишь 10-15 метров ширина, где крестился Иисус Христа. Так что они показывают то, что и у нас, и знаете, одна земля почти, а крестился у нас. Это весь мир, тот признает, все церкви признают это. Крестится у нас в Иордане, ребята. Они, короче, получается, обманывают народ. Продают рубашки по $25, $2 раздевалка. Они говорят только про... Ребята, у нас, здесь, в этом регионе, у нас дороже Египта и дешевле Израиля. Так получается. Уровень жизни у них выше, чем у нас. У нас дороже Египта и дешевле Израиля. Так получается. Поэтому вот эти рубашки за $25 и еще $2. $2 раздевалка стоит, чтобы... Снимать это. Да. Чтобы креститься. Да, нет, у нас... Получается, это не место крещения, да? Нет. На место крещения, где именно креститься, это у нас, но там вода, сейчас вода не течет, ребята. Река Иордан меняет течение. Русло тоже меняется. Да. Короче, они дурят туристов, да? Не знаю. Ну нет, не знаю. Они честно говорят, они никого не дурят. Они честно говорят, что будет крещение в реке Иордан, про место... они не знают, они что, в реке Иордан, они вообще говорят. Они вообще говорят, да. Ласточки местные. Это в столицу ехать. Налево в Петро, ребята. А когда остановка будет? Налево это Королевская дорога, ребята. Сейчас будет написано Kingsway или Королевская царская дорога. По этой дороге шли верблюдные караваны раньше, торговцы. Это пойдет Иорданы. С юга до севера все наши города находятся на этой дороге, ребята. Это Королевская. Вот напротив написано Kingsway.
Тут осадка всего лишь 100-150 миллиметров в год, ребята. Если вы видите обработанную землю, то это не выращивает пшеницы, но не собирает, чтобы кормить овцы только. Не получается. Чтобы получить хорошие пшеницы, 360-400 миллиметров в год осадка нужна. Сейчас на дальше чуть-чуть налево внизу, где зеленые двери, сейчас на углу будет видны, налево внизу, на... вот они, налево внизу, это гостиница 5 звезд, старый район, бассейн есть, все есть, все как было раньше, вот он. Наша группа сегодня, ребята, иорданская группа, вы сегодня иорданцы, а я русский. Хорошо? Да. Когда буду звать иорданцы, имею в виду вы. Сейчас США улучшили. Куда там фотки выложат в одноклассниках? Говорит, Макс, где их? Он говорит, выложит сюда, тут, в саду. Я говорю, ну я все поняла. Да, прям гранатами. Понятно, что это за дерево. Да, а это эвкалипт. Это и есть тополь. Что это? Тополь? Это через 10 минут будем в Петре. Сейчас, пожалуйста, вперед, смотрите, вперед налево, на самой вершине. Там белая комната есть, всем видно? Да, да. Дальше будет налево, белая комната, это могила Аарона, брат Моисея. Это когда израильтяне вышли с Египта, потерялись в Синай на 40 лет, да, прошли Иорданию. Аарон, старший брат Моисея, умер у нас, и там его могила. Поднялся посмотреть Палестину напротив, ребята, умер здесь. Это могила. А сам Моисей последний раз был на горе Неба у нас в Иордании, где надо было. Но не похоронили никто. Сейчас налево дальше будет белая комната. На самой вершине, наверху, ребят. Вот она. Подняться туда 2 часа, 3 часа пешком с Петри. Желающие есть? Да? Это поход сделаем. Палатки нужны, ночевать там, ребята, и холодно. Вот сейчас будет налево дальше. Всем будет видно. Белая комната. Да. Ребята, Петра внизу, но только не видно. Вот сейчас смотрите, она прямо налево внизу не видно, поэтому город потерялся, затерянный город, ребята. Что значит Петра? Петра — это римляне дали такое название, ребята, не наши. По-нашему имело другое название, или Рикми, или Селя. Селя в Библии написано. Петра значит, есть такая наука, петрология, значит скала, камень. Это каменный город. Римляне отдали такое название, ребята, Петра. А кто строил? Напатейцы. Напатейцы, арабская группа, пришла с арабского полуострова в 6 веке до нашей эры. Пришли, страновались здесь кочевники бедуины. И страновались здесь на пути торговли. По этой дороге, по королевской дороге, шли верблюдные караваны. По 2-3 тысячи верблюдов, торговцы. Дальше в Синай, Египет, Саудовскую Аравию, Йемен, Индия, дальше. Потому что эти напатейцы жили в пустыне, они были способными сохранить водой, когда дождь идет. Сделали каналы, резервуары, оставили знаки, которые они знали, другие не знали. Всем-то вода нужна, поэтому подошли, платили, стали богатыми. И научились торговаться с другими. Они через
сначала, ну, кочевники, потом после бедуинский образ жизни тренировались и занимались сельским хозяйством, ребята, недалеко от Петра есть город Аль-Байда или маленькая Петра по-нашему. Там мы нашли 36 давильни винопрессиума. Имею в виду, это показывает, сколько они занимались сельским хозяйством, выращивали винограды. Сначала жили в палатках, потом начали строить дома, таким образом, как показалось, складывали камни, крышки без окон. Да. Как торговцы, они имели хорошие отношения со всеми ребятами. Наш язык, мы считаем, что на патрицкий язык это староарабский язык. У них было 22 буквы, 28 звуков, а у нас 28 букв сейчас. Так что это староарабский язык. Они хотя могли читать и писать, но о себе мало что писали. Надписи, конечно, нашли, что-то нашли, но история на патрицке как легенда, ребята, мало что мы знаем. Но другие написали, особенно римские, греческие авторы, Диодор в 4 веке до нашей эры, Астрабо в 1 веке до нашей эры написали, что Петра была одна из самых богатых городов мира в то время. Была и до сих пор, ребята. Билет посетить Петру стоит 50 динаров, 72 доллара. Это для тех, которые из Египта к нам, а которые из Израиля, я буду платить 90 динаров, 135 долларов посетить Петру с Израиля к нам. Две цены у нас. Так что, Петра очень большой город, ребята, 40 квадратных километров населения, археолог полагает тогда 25 тысяч. У нас билеты продаются на один день, на два дня и на три дня. Очень большой город, поэтому за 3,5 часа, то, что умеем сегодня, что у нас времени, то, что хватает, ребята, увидим. Самое главное, а вообще три дня нужно посетить Петру. Так что, как торговцы, имели хорошие отношения со всеми, но римляне все равно им не дали покоя. Римский период начался у нас в 63 году до нашей эры. Римлянам этот королевство было нужно, чтобы контролировать пути торговли, поэтому завоевали этот город или королевство в 106 году нашей эры, именно Троян, римский царь. А Петра – это только столица, один город, ребята. Королевство было с Сирии до севера Саудовской Аравии, с запада Ирака до Палестины, в том числе и Синай, и сектор Газа. Это королевство, Напотевское королевство большое. Так что они все равно, римляне завоевали в 106 году, но город развивался с римлянами, потому что торговцы им лишь бы торговаться надо было. В 3 веке римляне начали менять пути торговли через Средиземное море, поэтому на этом если оставаться, люди начали выйти из города. Начали выйти из города, потому что остановились здесь, потому что верблюдные караваны шли по этой дороге мимо. Раз меняли пути торговли, начали выйти. И когда Константин остановил Восточную Римскую империю, осталось здесь типа византийской епархии только, ребята. Из-за землетрясений, которые бывают у нас каждые 100-150 лет, сами сильно умею в виду, написано в архиве православной церкви. Отец церкви Кирилл Иерусалимский написали, что в 363 году нашей эры было землетрясение, разрушило половину Рекми, другое название Петры. И половину водоснабжения, то, что было у них. В 551 году еще, и потом в 7-8 веке с повышением ислама, потому что мусульмане арабы, ребята, сначала одни арабы, они смешались с другими, и больше их нету, и город потерялся, и поэтому затерянный город Петра потерялся. Отекрили снова, 1812 год, отекрил путешественник шведский Джон Беркхарт был здесь. Сначала ему не показали, ребята, города. Он знает, что это где-то здесь, но не показали наши, потому что не доверились голубыми глазами из-за крестоносцев. Да. Возвращался, жил в Турции, в Сирии 5 лет, научился разговаривать по-арабски, отдал себе другое имя Ибрагим и возвращался, как будто паломник показали тогда. А в 1839 году английский художник Дэвид Ропарс был здесь, нарисовал рисунки, набор, 14 рисунок покажу Петре и показал для Запада, все знают уже о Петре. Раскопки, ребята, идут у нас помедленно. Медленно, в центре никак не получается, потому что Петра это нефть Иордании, ребята. Но в 93 году раскопки были, нашли три церкви с музычными полами, отдали нам знания, там нашли папиросы, то, что произошло в 5 веке. До этого еще, как легенда, я вам сказал, история. Сейчас, между прочим, русские ведут у нас раскопки, ищут Содом и Гоморра, где Мертвое море. Да, русские ведут эти раскопки сейчас. Города Содом и Гоморра. Да. Это настоящий город Вади Муса или долина Моисея. Муса это Моисей, ребята, население 35 тысяч, большинство занимается делами, связанными с туризмом. Весь город на перевале, ребята.
Все наши города такие. Ребята, наш тур будет где-то туда и обратно, где-то 6 километров, 3,5 часа, ребята, так что удобнее туфли, шапки, вода. Но на всякий случай, с исторического города, с Петри снизу, где амфитеатр, обратно до автобуса час пешком. Вот Петра напротив, но не видно, ребята. Прямо напротив. Билет на один день стоит 50 динаров, на два дня 55, на три дня 60, четвертый день безоплатно. Те, которые через границу с Израиля, билет стоит 90 динаров, на 40 динаров дороже. Израиль. Я куплю сейчас два билета, один билет 90, остальные, которые взяты по 50. Ты, Юрик, вообще ожил, да? Да, ожил, ожил. А ты уж сидел такой. Зеленевший. Одноклассники, ВКонтакте, Мой мир, Йорданцы. А там что, люди жили? Нет. У Сипальницы этот город, город некропол для мертвых, то, что осталось. Весь город, можно сказать, да. То есть тут не жили? А, нет, это мы вне города, еще город дальше. Они выбрали место расположения города в горах, через коридор, это каньон, ущелье. Чтобы легко защищать. Поэтому дальше. Да, нет, это весь то, что остался. Мы в виду некрополь. Одни храмы, усыпальницы, а дома 2000 лет. Город потерялся, никто не рассматривал, поэтому все разрушено. Ребята, землетрясение у нас, я вам сказал, в автобусе моей группе. Эти горы по-арабски имеют такое название, ребята, Ду Аль-Шара. Они до христианства наши, на потеции, язычники. Язычники, ни один бог, ни сколько было, ребята. Поэтому эти горы, Ду Аль-Шара по-арабски, важный главный бог у них, Душара. Душара — это важный бог, бог, который сохранил город, ребята. Эти горы песчаники, из песка, легко обрабатывать. Поэтому, ребята, то, что увидим сейчас, посмотрим. Эти блоки, один, два, три и еще есть. Имеют такое название, когда открыли город снова, спрашивали у местных, что это такое. Ему сказали, что эти блоки Жина. Блоки Жина, Жина, знаете, лампа Аладдина, потому что комната есть, когда дует ветер, испугались, звук такой, подумали, что Жин внутри живет. А это на самом деле не блоки Жина, ребята. Сейчас купецкая форма связана с религией у арабов. До ислама и наши мусульмане сейчас, они обходят вокруг Кюбек в Мекке, Каба, Кюбек. Купецкая форма связана с религией, поэтому эти блоки, это идоли бога Душара. Идоли бога Душара. Посмотрим, сзади нас, смотрите, ступенчики. Все смотрели, топор входит в небо, ребята. Они верили в жизни после смерти, верили, что душа поднимается и возвращается. Поэтому эти ступенчики — это сирийский стиль, ребята. Когда комната есть, то это усыпальница. Усыпальницы семейные здесь. Для семьи, ребята. Да, чуть-чуть налево посмотрим, ступенчики есть, но комнаты нет. Это показывает, что они начали работу сверху вниз. Сначала поднялись, начали работать сверху вниз. Вся работа сверху вниз. И сзади нас опенецкий, египетский стиль. Это тоже усыпальница, но только это знаем. На втором этаже это усыпальница, на первом этаже зал, где церемонии шли. Но мы знаем, кому принадлежит, потому что надпись об этом говорит. Напротив, смотрите, на фатерском и греческими буквами, и надпись из Эурозии. Не очень ясно, смотрите, где я покажу. Вот туда надпись есть, там написано, что я Абдманку. Абдманку — это имя человека,
сделали эту границу себе и семьи. Во время короля Рабель II, мы знаем, что король Рабель II, это было в 70-м году нашей эры, ребята, уже. В нашей эре. Ребята, девушки, посмотрите, доказательство о том, что наши женщины, не все одевают чедру. Это Он говорит, это все мои жены, не верю. Вы скажите, что они очень красивые. Он такой молодой. Когда выбрали место расположения города, ребята, в горах, чтобы легко защищать. Им надо сначала надо было решать задачу воды, ребята. Когда дождь идет здесь зимой, вот на 20 минут, на прошлой неделе я моим рассказывал, что было наводнение в Акабе. Вода с гор, сильный наводнение, сильный поток шел, пока не утонули сами. Поэтому им надо было решать эту задачу. Что они продумали, ребята? Копали канал, строили плотину под остатки, здесь большой бассейн, и отправили воду в эту сторону. Между прочим, в 63-м году 20 французов с местным гидом утонули у нас. Поэтому пришлось, где существовали раньше, эти дамбы установить снова. Вот эта плотина новая. В ущелье через каньон налево и направо увидите дамбы эти современные, но существовали раньше, в том же месте, ребята. Сейчас в самом городе воды нет. Поэтому они посещали желоб налево, сейчас через каньон будет виден, желоб налево, покажу, дальше. И направо были керамические водопроводы, трубы. 40 сантиметров диаметр, 15 сантиметров присоединили, и вода шла под давлением, потому что мы все время идем сверху вниз. Высокое гидротехническое знание у напотецов было, ребята. И в некоторых местах, особенно в городе Аль-Хумайма, 40 километров на юге, принесли воду на большие расстояния, на 17 километров каналом. Очень высокое гидротехническое знание было у них. Сейчас этот каньон только коридор, ребята, дорога в город. Длина 1200 метров, ширина с 3 до 10 метров, высота бывает с 20 до 100 метров. Каньон, только дорога в город. В начале каньона арка стояла. Когда Дэвид Роппер нарисовал рисунки, в 1839 году арка стояла. Она разрушена из-за землетрясения в 1896 году. Эти рисунки покажу, это увидите, эту арку. Она стояла. Землетрясения сильные, ребята, бывают у нас каждые 100-150 лет. Самое последнее было в 95 году, 17 лет тому назад. Так что не беспокойтесь, идем. Нормально сегодня, безопасно, ничего не будет. Если будете возвращаться через 80 лет, тогда об этом можно думать. Хорошо? Единственный вход и выход в город – это коридор или каньон. Поэтому все идем туда и на обратном пути по этой дороге. Пойдемте. Слушайте, так. Это ущелье образовалось в результате землетрясения. А то многие думают, что это рукотворные. Это они рукотворные. В результате землетрясения это ущелье образовалось. На арабском языке называется сик. Видно? Вот на английском там написано. Сик. Вообще наш тур начинается с этого места. От начала ущелья до конца мы сделаем несколько остановок рассказывать о тех памятниках, которые будут на нашем пути. Говорили? Далее. То, что я хотел сказать, вот на водице высекали вот такие желоби налево и направо. Для чего? Для того, чтобы собрать дождевую воду, которая стекает сверху вниз. Потому что это большая проблема. Нехватка воды была. Нехватка воды в то время и до сих пор, да, где эта проблема до сих пор существует в Иордании и в Израиле. Если вам рассказывали, когда мы приехали сюда, в автобус, посмотрите направо на эту пустыню. Там, под этой пустыней, целое озеро.
сейчас занимается этим проектом турецкая компания, чтобы снабжать все города Иордании этой водой. Потому что вода не хватает ни в Иордании, ни в Израиле.